И хотелось бы попросить вас, парни, пожалуйста, ну, задавайте нормальные, конструктивные вопросы, как бы, которые не описаны в разделе «Часто задаваемые вопросы», потому что если они есть в том разделе, просто прочитайте его разок. Ну, вот посмотрите, сколько мне пишут. Вот просто посмотрите. Вот. И после этого, когда я, например, стараюсь, разрываюсь, кое-как ответить, вы еще сидите и думаете, блядь, вот он И мудак, раз уж это он нахуй. видеообращение, пора спеть песенку. Сейчас в Москве 40 градусов, поэтому она будет в тему. Проснувшись в 3 часа дня, ты сам себе сказал, что за фигня. Все из-за игры, на которую всю ночь потратил ты. С этого дня ты решил перестать. До определенного момента, конечно. Играть. Вновь наступит вечер и заняться нечем. Скажешь сам себе пора. Хоть всю ночь рубиться, все равно не спится, ведь на улице жара. Вновь наступит вечер и заняться нечем. Скажешь сам себе пора. Хоть всю ночь рубиться, все равно не спится, ведь на улице жара. Вновь настанет вечер, ты заж... Чего не мог, потому что это Эми, это Эми.